Мечта сотен детей – побывать на международной выставке исполнится уже совсем скоро. Через день школьников из Шымкента встретят в Астане. Тур по столице продлится 2 дня. На протяжении всего тура организована насыщенная программа. Помимо посещения павильонов Экспо, школьникам устроят экскурсию по столице. Это большая честь для нашего туроператора, значит, участвовать в этом грандиознейшем событии. Сегодня мы отправляем первую партию 150 учеников городских. Понравится эта экскурсия, они приедут с приятными впечатлениями, а мы на протяжении 2 месяцев сейчас активно будем заниматься отправкой наших детей, координировать работу с нашими координаторами в Шымкенте, в Астане. Я надеюсь, что все пройдет организованно, и наши дети приедут отдохнувшими, с хорошими впечатлениями. Заветные билеты на события международного масштаба достались ученикам, активно участвующих в школьной жизни, детям из малообеспеченных семей и отличникам. 15-летняя Жанна Левина весь год старалась не только учиться на отлично, но и активно участвовать в творческих мероприятиях. Как участвовала во многих музыкальных конкурсах, абайских чтениях, пушкинских чтениях межгородских, я ожидаю видеть настоящее будущее. Ожидаю видеть, что, войдя в этот, как сказать, комплекс, увидеть действительно настоящее то, что вот нам говорят, всю эту энергию, всю эту, как сказать, технологию. Посмотреть своими глазами на новейшие технологии жаждет и 8-классник Иван Миненко. Школьник признается, что считал часы с того момента, как ему сообщили о поездке. Какая большая честь попасть туда, в Астану, на нашу столицу, увидеть такое грандиозное событие для нашей страны, что будет, надеюсь, много всего интересного. Всего на грандиозном мероприятии побывает около 3000 южноказахстанских школьников. В течение 3 месяцев юных путешественников будут отправлять в Астану в 11 потоков. Из Шымкента в столицу отправится 1650 учеников за счет госбюджета. Еще свыше 2000 учеников посетят выставку за счет спонсоров. Вместе с родителями и учителями ребят провожали одноклассники и волонтеры, которые устроили для собравшихся красочный флешмоб со знаменитыми маскотами Экспо.